рад приветствовать на Самарской земле. Знаю, что не просто добирались. Не только руководители органов власти, но и представители бизнеса, делового сообщества, социальной сферы. В общей сложности 70 человек вошли в состав делегации Наманганской области Республики Узбекистан, прибывшей в Самару. Протокол о намерениях с Узбекистаном, ставший основой для будущего взаимодействия, был подписан еще в 2018 году. Убежден, что такой многопрофильный визит свидетельствует о переходе нашего сотрудничества на новый уровень. Уровень практического взаимодействия, возможность которого на современном историческом этапе, я думаю, сложно переоценить просто. Торговый оборот между Самарской областью и Республикой Узбекистан за последние полгода составил более 117 миллионов долларов. В апреле экономическая миссия региона посещала Наманганскую область. Тогда были заложены перспективные направления сотрудничества, ряд которых уже реализуется. Ведутся поставки текстильной продукции в Самарскую область. Заключен контракт на поставку металлоконструкций в Наманганскую область. Есть заинтересованность в поставках сельскохозяйственной техники. Намечены проекты в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства, экономического и торгового. Сотрудничества. Конечно, я хочу искренне поблагодарить вас за поддержку, которую Самарская область, а наша страна ощущает в этот, безусловно, непростой период. Надеюсь, что наше сотрудничество будет расширяться и отхватывать новые направления, укрепляя добрые отношения между нашими государствами. Шавкат Абдуразаков подчеркнул, что сотрудничество Республики Узбекистан и Самарской области имеет большой потенциал для дальнейшего развития. В первую очередь мы должны думать о продаже наших выпускаемых продукции. Поэтому Самарская область – это очень развитый регион. Поэтому мы уже с Дмитрием Игоревичем давно работаем. И у нас есть уже выработки. Наше предприятие уже хорошо работает. И, кроме этого, по обмену специалистов тоже у нас хороший потенциал. Мы уже готовим квалифицированных специалистов. У нас в республике созданы моноцентры, где обучаются и профессии, и русскому языку. В ходе встречи был озвучен целый ряд предложений, и Шавкат Абдуразаков высказал интерес к реализации совместных проектов с предприятиями Самарской области из сфер транспорта, металлургии, металлообработки, производства пластмассовых изделий и продуктов питания. В свою очередь Дмитрий Азаров отметил перспективность развития экспортных поставок продукции промышленного и агропромышленного комплекса в Самарской области в Наманганскую область. Открытие на территории 63-го региона торгово-распределительного центра Наманганской области, создание совместных производств в текстильной промышленности на территории Волжского региона. Виктория Шарая, события.